Итак, я продолжаю, девчонки, свою работу. Эту часть работы я уже сделала. Теперь, как я и говорила, буду делать кисть. Кисть я буду делать из бисера, потому что эта кисть мне совсем не подходит. Но размер этой кисти, то есть длина этой кисточки, я приложила. В принципе, меня устраивает. Единственное, ну, хотелось бы чуть-чуть побольше. И у меня кисть будет эта кисть, сама кисть. Девочки, меряю без шапочки. 5,5. Я буду делать 6,5. Все это я убираю. Я знаю, девчонки, несколько методов изготовления кистей из бисера. Сегодня вам покажу один из методов, который в данный момент мне подходит. Почему? Потому что у меня нету готовой шапочки на бисерную кисть. Шапочку я тоже буду плести бисером, ронделями и стеклянными бусинами. Поэтому вот тот метод, который сегодня я вам покажу, он достаточно простой, он очень простой. Единственное, он более по времени затратный. Вот этот метод мне сюда будет подходить наиболее лучше, чем другие методы. Итак, девчонки, я буду плести кисть из трех разных цветов бисера. Как я вам говорила, у меня будет присутствовать золото, потому что на моем изделии есть золото, золотая канитель и золотой бисер. Также будет сатиновая рубка, потому что на моем изделии есть сатиновая рубка. И голубой бисер, который очень хорошо смотрится в кисти. Это чешский бисер, вот такой он кругленький. Ну, обычный бисер 11 размера, чешский. Он в кисти намного лучше лежит, чем рубка. Поэтому буду использовать его. Он мне достаточно хорошо подходит в тональность. Ну, что, как мы приступаем? Девочки, для изготовления этой кисти нам нужен материал, на что мы будем нанизывать нити из бисера. Вот я советую использовать фетр. У меня фетр осталось совсем чуть-чуть, вот этим тонкого фетра. Я его нарезала на полосочки. Нам нужны полосочки. Ширина вот этих полосочек, я сейчас говорю именно про ширину, зависит от вас. Сам способ изготовления, сейчас быстренько объясню, вы поймете, почему ширина зависит от вас, какую вы захотите ширину. Мы вот сюда будем нанизывать нити из бисера, бисерные нити, так скажем. И потом, девочки, нам придется закручивать вот такую рулечку. Вот чем пошире, вот видите, мне в руках вот такую широкую рулечку закручивать удобнее. Я потом могу отрезать лишнюю ширину. Мне так удобнее. Вот тонкая, мне тонкую закручивать, ну, менее удобно. Поэтому тут для удобства. И еще здесь, конечно, зависит ширина вашей шапочки. Вот видите, здесь сама ширина шапочки, вот она буквально сантиметр. Если у вас ширина шапки будет 2 сантиметра, вы хотите такую большую шапочку, соответственно, фетр у вас должен быть тоже не меньше 2 сантиметров. Сантиметра, там некрасиво, девочки, будет смотреться шапочка. Вот здесь имейте в виду. Длина этой полоски тоже, девчонки, будет зависеть, какую густоту кисти вы хотите. Чем длиннее полоска, тем гуще будет ваша кисть. Но тут тоже такой существует вариант. Полоски можно соединять. Но так как у меня фетра осталось с этого мало, я, девчонки, вырезала всего 2 полоски вот таких и буду на них делать свою кисть. Много уберу, мало возьму вторую полоску. Еще что хочу сказать. Я рекомендую вам бисерные кисти делать вот такими большими иглами. Не вот такими маленькими, которыми мы вышиваем, вот обычные иглы. Вот. А вот такими большими. У меня вот это 12 сантиметров. А я буду делать на 10 сантиметров. У меня есть еще игла 10 сантиметров. Это вот для плетения бисера. Вот такие иглы, девчонки. Я ими раньше очень часто пользовалась. Достаточно хорошие иглы. Ими вышивать неудобно, но плести из бисера, девчонки, ну, на самом деле хорошо и удобно. Рекомендую. Если нет, можно такими обычными. Просто будет набирать бисер менее удобно. И потом проходиться по кистям обратно, по нитям этим без бисера тоже будет неудобно. Ну, девчонки, я вот здесь, конечно, уже начала. Сейчас покажу, что, в принципе, должно получиться. И буду объяснять. И здесь уже, девчонки, все понятно. Вот посмотрите. Вот это у меня полоска из фетра. Я нарисовала здесь по краешку точечки. Это у меня откуда будут выходить бисерные нити. Ну, примерно расстояние между ниточками этими из бисера, которые у нас получаются, миллиметра 2-3. Вот, можно меньше. Больше не советую. У вас получится тогда не очень густая кисть, но зато вот это место у вас, когда вы скрутите рулечку, достаточно широкое. Не очень. Вот миллиметр 2 для свободного падения достаточно. Так, еще хотела сказать по поводу нитей. Девочки, нити, конечно, лучше использовать шелковые. Вот такие для плетения бисера вообще шелковые нити, потому что на шелковых нитях
Бисер лежит красиво, он не спадает. Вот он именно получается, как вот эта ниточка из вискозы. Поэтому нити либо вискоза, либо шелк. ХБшка сюда не подойдет. Нет, вы можете использовать, конечно, любые нити, но я вам говорю, использовать те нити, в которых вот эта кисточка будет смотреться намного красивее. Она будет такая мягкая и будет очень приятно держать в ручках. В общем, девчонки, используйте все-таки такие нити из вискозы, которые скользкие, но которые крепкие. Я вообще вот буду использовать, у меня вот такая нить, она не очень приглядный вид, она у меня уже распустилась. Это вообще не для кожи. Она очень тонкая, она вискоза, она гладкая, и она практически... Ну вот я ее разорвать не могу, только ножницами обрезать. Я буду вот использовать такую нить. Итак, девчонки, я на иглу приступаю, значит, на иглу. Делаю нить. Нить вдеваю достаточно большую. Вот она в принципе у меня не путается, но вот на камеру, как обычно, она мне путается. И первый набор я делаю тот, в котором хотела бы видеть свою кисть. Для удобства вообще рекомендую, допустим, набрать 10 бисеринок. Для удобства, чтобы считать проще было. Одну какую-нибудь другую бисеринку. Вот я здесь набрала ряд. Один набор 15, сделала 15 бисеринок. Обычно вот этого чешского голубого. Дальше сделана одрубку бисеринку, потом 15 опять чешского, опять однорубку. И дальше я померила по размеру, что еще 15 мне набрать будет много. Кисть будет достаточно длинная, мне этого не надо. Я набрала, девочки, 10. Дальше однорубку и одну золотую бисеринку. Я сделала тот набор цветов, которые присутствуют в основном в моем элементе. Все. Девочки, я набрала... Сделала последнюю, крайнюю, одну стопорную бисеринку. Вернулась по ней обратно. Тем самым, ну, это я тоже думаю, этот способ все знаете. Вошла, девочки, опять в фетр. И продолжаю дальше следующую ниточку. Вот сейчас я вам покажу. Набираю 15 чешских. Считайте вслух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот почему рекомендую длинные нити, но, девчонки, удобно набирать. И одну сатиновую. Все. Теперь опять 15 таких. Раз, два, три, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Опять одну сатиновую. Вот почему в таком наборе? Вот на самом деле, девчонки, если бы я набирала 30, я бы уж стала считать, возможно, сбилась. А так, если что-то я хочу проверить, я просто пересчитываю от одной стопорной вот этой разделительной бисеринки. Так, два набора я посмотрела, как я здесь набрала. Дальше у меня, сейчас я посчитаю, сколько у меня голубых на всякий случай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня не 10, а 9 даже. Набираю 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять спала. Шесть, семь, восемь, девять. Дальше у меня идет одна сатиновая. Дальше идет одна золотая. И последняя стопорная идет тоже у меня голубая. Все. Посмотрела, девочки, набор. Вот так на игле удобно смотреть набор. Посмотрела. Можно даже приложить по длине, посмотреть. Все, меня все устраивает. А меня не все устраивает. А, нет, вот они у меня убежали. Думаю, почему у меня короче. Вот они у меня все. Все, девочки, продеваю как бы дальше в иглу. Нить это все, весь набор. Вот, простите за руки, но неудобно показывать. Сейчас полосочка у меня перевернулась, пока тут считала. Так, простите тоже за лишние звуки, это телефон у меня. Вот, девчонки, все, вторая полосочка готова. Теперь одну бисерную. Бисеринку я пропускаю, так как это стопорная. И возвращаюсь по всему ряду обратно. Вот еще вам говорю, девчонки, преимущество этих длинных игл.
Вы упростите себе работу. Если была бы короткая, мне бы приходилось в середине ряда выходить и по-новому заходить. Тут нет, все спокойно. Я одной ручкой придерживаю. И по всем рядам вот так вот возвращаюсь обратно. Игла длинная, удобная. Все это так достаточно удобно. Все, посмотрите. Вот, я вернулась и протаскиваю нить сквозь весь этот ряд. Нить я раскладываю так, чтобы чунки она не путалась. В принципе, эта нить не путается. Но вот на камеру всегда срабатывает вот этот закон подлости. Может, у меня все и запутаться. Но хотя буду стараться. Вот. Сильно, девчонки, нить нельзя подтягивать, чтобы все-таки бисер у нас был в свободном падении. Чтобы кисть была не спадающая. Она была как каскад бисера. Все, девочки. Вот, смотрите. Я сделала вторую ниточку из бисера. И еще хочу момент показать. Каждую нить мы закрепляем. Я сейчас ее закреплю здесь. Обязательно на узелок, чтобы нити у нас были не взаимодействовали с друг другом, то есть вот сами по себе нитки, что если мало ли что нам ниточка где-то порвется, ну всяко бывает, конечно, не рвется, вдруг нечаянно обрежете, чтобы все нити не распустились, и если мы, не дай бог, за одну потянем, чтобы другие у нас не сбились. Все, девочки, закрепила. И вот в таком наборе я буду, девчонки, продолжать и дальше. Вот почему-то у меня здесь, кстати, неровно. Я не знаю почему. Видимо, вот еще смотрите, можно как проверять. Где-то я, что ли, ошиблась. Сейчас я проверю. И считать вот так удобно. Вот это, вот, наверное, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нет, я не ошиблась. Может быть, здесь вот так чуть-чуть перетянула. Может быть, еще что-то. Все, девчонки, сейчас я наберу полностью нить. И, скорее всего, я сделаю еще и вторую полоску. Потом вернусь к вам. Я думаю, я все понятно объяснила. Хотя, в принципе, много, наверное, лишних слов. Но я стараюсь все сделать доступно и понятно. Все, девочки, до встречи. Девчонки, ну вот, я свою кисточку сделала из бисера. Не знаю, почему я решила, что мне надо было много полосок из фетра. Что-то в моей голове щелкнуло. Я вам неправильно сказала. Нет, конечно же, мне вот хватило одной полоски. И даже одной было достаточно много. Я немножко его укоротила. И вот такие кисточки сделала я. Кисточку, то есть из моих бисерных нитей. Посмотрела в объеме. Объем мне подходит. И, девчонки, я прям трогаю. Она такая... Вот прям для медитации она вот прям такая вот, прям тактильно очень приятно. Это вот из-за того, что делала я ее на вискозных нитях, на шелковых. Еще хочу показать. Видите, у меня здесь так как бы не очень красиво, не очень аккуратно. Ничего страшного, девчонки, это у нас все уйдет, все уберется. Просто вот, ну вот так вот у меня получилось. Можно было постараться, но что-то я не заморочилась. Хотя, в принципе, я люблю аккуратность, но вот здесь я дала маху. Поэтому ставлю себе минус. Еще хотела сказать, не знаю, не помню, говорила, нет. Я кисть разбавила вот такими бисерными нитями. Я их набрала из сатиновой рубки, чтобы моя работа полностью перекликалась, девочки, с кистью. Дальше процесс рассказываю, работы с кистью. Так, я это пока уберу. Прошу за освещение. У нас снегопады идут ужасные, пасмурно. И как бы света, девчонки, мне не хватает. Но ничего страшного. Вот, девчонки, посмотрите еще, что у меня получилось. Кисть у меня получилась неровная. Это вот у меня здесь вышло тоже, насколько я затянула эти ниточки. Так что имейте в виду, и все-таки бисер у меня здесь не калиброванный был. Ладно, меня, в принципе, это устраивает. У меня сильно работу это не портит и портить не будет. Девочки, рассказываю дальше. Вот мы, допустим, набрали, вот, набрала я кисть, которая меня устраивает. Фетра, девочки, я до этого момента не отрезаю. Почему? Потому что объем вот этой кисти бисера намного больше, чем объем свернутого фетра. Вот посмотрите, я сейчас, если бы я отрезала фетр здесь, девчонки, я говорю все подробно, может быть нудно и длительно, но я хочу, чтобы вы поняли и не допускали тех ошибок, которые допускала я раньше. Вот, девочки, все закончилось. Если бы я обрезала, посмотрите, у меня как бы было. Видите? У меня вот
вот этот объем больше, чем фетр. Мне этого не надо, это в принципе и неправильно. Хотя есть и такая вот метода, как метод изготовления кистей. Можно, но мне вот это не нравится, я так не делаю. Поэтому я фетр беру запасом. Как я поступаю? Я, девочки, фетр складываю пополам. Ну, приблизительно такой же отрезок, который мы взяли. Вот так вот. Вот пополам. И, девчонки, просто вот этот у меня получается фетр потолще. Это у меня просто тонкий фетр. Возможно, если толстый фетр, будет по-другому. Но вот я говорю, как я делаю. Допустим, если у вас тоже тонкий фетр. Девчонки, я закручиваю эту колбасочку. И вот такая колбасочка у меня получается. Вот. И у меня, в принципе, вот объем вот здесь вот кисти одинаковый с объемом здесь. Я почему? Чтобы плести шапочку, было намного удобнее. Вот я даже думаю, что я зря обрезала. Мне надо было еще побольше оставить, чтобы все-таки объем сделать, девочки, по, как сказать, пошире. Может быть, я сейчас просто не так сильно закручу ее. Ну вот, девчонки, все. Теперь я скреплю. То есть я беру обычную иголку с ниткой. И сейчас вот буду скреплять. Сейчас, девочки, я надену иголочку с ниточкой. Обычные нити. Самые обычные. Так. Что-то как-то я не хочу, чтобы у меня ниточка идти. Вроде кадр пустой, некрасивый, но бывает и так. Монтировать мне не очень хочется, девочки. А вот показать-то мне хочется. Ну, я вот так вот снимаю. Я пока по-другому не умею. Возможно, когда научусь, я буду снимать хорошие видео. Возможно. В принципе, люблю учиться новому, но вот пока мне некогда. Все, девчонки, обычная нитка с иглой. Я закрепляю вот этот рулик. Вот этот из фетра. Я закрепляю, девочки, чтобы вот он у нас не разъехался. Закрепляем только край. Потом мы все равно будем крепить шапочку. То есть мы его еще прошьем всего насквозь. Так вот, девчонки, до конца я не буду закреплять, потому что я все равно это обрежу. Все, закрепила. Обрезаю нить, она, в принципе, мне уже больше не нужна. Вот, девчонки, вот такая заготовка получилась. Теперь я отрежу лишний фетр. Я приблизительно знаю, что шапочка мне вот, ну вот, больше мне не надо. Ну, это примерно 1,5 сантиметра. Я могу смело сразу же отрезать по тому месту, по которому прошил. Вот. Все. Вот это лишний фетр. Вот. Мне, как бы, девчонки, он не нужен. И сейчас я приготовлю бусинки, что-то я про них забыла, и вернусь. Так, девчонки, вот я приготовила материалы. Вот эти бусинки, я буду их использовать. Эти, наверное, скорее всего, нет. Возможно, только для руки. Вот эти бусинки, которые я буду использовать, бисер-бусины, для изготовления шапочки для своей кисти. Девочки, я не нашла у себя нитки толстые, хорошие, прочные, которыми надо будет плести мне шапочку. Нитки охота было мне найти под цвет, нет у меня ниток таких, поэтому я как вышла из положения. У меня есть обычные нитки, но я вот решила показать вам, что можно заменить, если нет таких ниток. Вот мулине, которым я вышивала свой крест. Девочки, я буду плести им. Я взяла в два сложения. Это, конечно, не очень крепко, но я думаю, что мою нить никто рвать, дергать и так далее не будет. Она все-таки будет висеть в машине. Если все-таки она будет висеть в машине, если меня устроит конечный результат работы, то, возможно... Ну, в общем, я считаю, что нить это подойдет. Нет у меня... Фарлайн закончился, все у меня закончилось. Как-то я тут не подугадала. Ну, я думаю, ничего страшного. Я поплету на этой нити. Шелковые нити здесь вообще не рекомендую плести. Это точно. Это я усвоила еще много лет назад. Это достаточно трудно и неудобно. Намного усложнит процесс. И нервов, конечно, тратится. Итак, девчонки, я начинаю все-таки плести шапочку.
Я постараюсь вам подробно объяснить. Возможно, не все будет понятно, что, но что я хочу сказать. Вы обязательно научитесь это делать, если сами возьмете в руки иглу, нить и бисер, либо бусины. Вы поймете, как это делается. Это, в принципе, та же самая вязка. Только бусины на игле, а не спицы на нитке. Это все достаточно просто. Просто надо взять и самой попробовать. И вот ты когда понимаешь вот этот процесс плетения, то вообще можно составлять обалденные всякие разные узоры. Ну и опять много говорю, девчонки, так приступаю. Я подобрала по размеру те бусины, по цвету, которые мне, в принципе, сюда нужны, мою шапочку. Изначально, когда я такие вещи плету, я всегда набираю, почему-то у меня выработалось уже рефлекторно, первый набор, 6 больших бусинок и 6 маленьких. Девчонки, вот у меня я решила, это, я начинаю плести, девочки, с середины. То есть вот здесь вот у меня будет середина. Я плету с середины и сразу в этот вниз и вверх. То есть некоторые мастера плетут снизу вверх, некоторые снизу, сверху вниз. Я плету с середины. Многие тоже плетут с середины. И вообще, если не умеете плести, чтобы не заморачиваться, здесь можно было, знаете, как оплести? Как мы обшиваем кабошон. Шахматным вот этим порядком, корзинка. Как обшивается кабошон, мы можем здесь то же самое здесь сделать. А могли бы вообще вот так вот набрать бисерную нить. Вот. Девчонки, вот так вот ее. Это вообще очень простой вариант. Просто здесь вот так вот все обшить бисером. Прикреп. И тоже будет очень достойно. Кстати, вот сейчас об этом сказала вам, думаю, почему я сама так не сделала. Решилась его сложить и бусинку сверху. Может быть, оно даже намного аккуратнее, красивее смотрело. Сейчас посмотрим. Если меня не устроит то, что я здесь делаю, то я, наверное, может, так и сделаю. Ну, так, опять, девчонки. Я набираю. Вот у меня будет набор сейчас. Одна вот такая бусинка. Это 4 миллиметра бусинка. Я делаю набор 6 таких, девчонки, и 6 каких мне набрать, а и вот таких. Так, а что они у меня? Беконусы. Да, и беконусы. Вот. С освещением, конечно, да. Девочки, у меня будет 6 бусин, 6 беконусов. Я буду их чередовать. Я делаю набор. Беконус, бусина. Так, беконус. Беконус как-то плохо у меня берется. Беконус, бусина, беконус. Так, 3. Ну, я тут уже, в принципе, выложила в себе 6 штук сразу, чтобы быстрее было. Так, и беконус. Плохо у меня одевается беконус. Что такое у меня? 5 бусина. И опять беконус. Вот. Девчонки, вот такой набор у меня получился. 6 бусин, 6 беконусов. Можно вот так вот сделать колечко. Так вот сильно затянуть. И примерочку. Это как платьишко. Примеряем, посмотрим, как вот юбочка идет у нас сюда. Да, девчонки, вполне. Ни больше, ни меньше. Нет, вру. Все, девчонки, смотрите. Теперь я понимаю, что вот эти беконусы мне сюда маловато. Или подтянуть может. Нет, я не буду ничего делать. Я сейчас подтяну достаточно хорошо. Мне надо, чтобы эта юбочка, как сказать, вот это колечко очень плотно сидело. Поэтому я сейчас, девчонки, его буду подтягивать. Я не буду надевать дополнительные сейчас, чтобы видно было бусина. Так, я первым делом завязываю вот это. Так, девочки, сейчас все это крепко завяжу. Вот если бы мы делали шелковыми нитями, я один раз плела шелковыми нитями. Не знаю, почему тоже я решила проэкспериментировать, девочки. Я даже этот узелок не могла завязать. Она у меня полностью, вся нить куда-то все выходила. Ой, я просто замучилась. И, девчонки, я еще раз прохожу по этому кругу для крепости. Были бы, конечно, фэрлайн, я бы
По второму разу точно бы, наверное, не стала. Ну, я бы и не стала проходить. Сафарилан достаточно крепкая нить. Но вот она очень дорогая для меня. Я ее покупала один раз, и она у меня, к сожалению, закончилась. Я потому что на ней только плела. Как сказать, очень берегла ее. Вот, девочки, посмотрите, второй раз. И теперь я еще раз примерю. Так. Ну, все войти. Ну вот, все, посмотрите, плотненько лежит. Вот, все лежит плотно. Самое главное, я подтянула, и просветов нигде нет. То есть бусинки лежат достаточно плотно. Все, девочки, теперь я могу здесь убрать или сразу вам здесь показывать. Наверное, я вам сразу на этом буду показывать. Так, девчонки, будет более понятно. Эту нитку я просто пока не буду обрезать, я уберу, она мне потом не нужна будет, ну, для удобства буду держать. Все, девочки, теперь посмотрите. Я основную буду считать вот эту бусину, более светлую, которая серого цвета. И от нее я сейчас буду плести в эту сторону и в эту сторону арки. Вот как раз у меня одна арка пойдет вверх, одна арка пойдет вниз, и от этих арок я буду дальше плести. Чтобы это сделать, я, девочки, пройдусь еще раз. Вперед. Мне надо выйти из серой бусины, вот, из нее, чтобы у меня игла выходила из нее. Теперь я на иголочку набираю 5 золотых бисеринок. Тут можно набрать 7, 9, должно быть их нечетное число, должна быть в серединке одна центральная бусина. 4, 5, вот, девочки, посмотрите, набрала. И теперь я вхожу, вот здесь у меня ниточка, видите? Я обратно в эту арочку вхожу. То есть я плету арки шаг назад. Это как вышивка бисером. А у меня опять, видите, опять вышел отсюда. Я опять набираю 5. Раз, два, три, 4, 5. Вот, девчонки, набрала. И опять шаг назад. Посмотрите. Вот. У меня таким образом получаются 2 арочки. Одна арочка вверх, другая арочка вниз. Дальше, девчонки, я опять прохожу вот эту темно-фиолетовую бусину. На 2 почти бусины вперед. Фиолетовую и серую. Чтобы из серой выйти, чтобы сделать, девочки, шаги назад. Вот. И так я сейчас пойду до самого конца. У меня получится 6 арок, потому что 6 серых бусин. Над каждой серой бусиной будет по 2 арки. Одна арка для плетения вверх и одна арка для плетения вниз. Девчонки, я сейчас сделаю и дальше буду озвучивать. Девочки, ну я вот тут за кадром, конечно, проверила, сколько я бисеринок одела в арочки, чтобы не ошибиться, что их точно у меня по 5 штук. И в 2 арочках у меня получилось их по 6 штук. Поэтому я за кадром все распустила и по-новому переделала. И, в принципе, и для красоты, и для удобства я себе сделала. А, девчонки, бисеринку, которая посередине арочки, то есть она у нас получается при наборе третьего, третья по счету, я сделала другого цвета. Я ее сделала вот в этих арочках темно-сиреневого. Вот. И тем самым, я не знаю, что у меня камера как-то сегодня прыгает. Попытаюсь зафиксировать. И тем самым я еще раз обозначила середину этих арочек. Ну вот, так вот бывает тоже. Это невнимательность, девчонки. Вообще на камеру, в принципе, сложно делать. Но я тем временем продолжаю дальше. Вот, девчонки, я набрала свои арочки. И теперь мне надо вернуться ниткой, иглой, вот в эту арочку, то есть вот в эту серединку, в середину нашей арочки. Я прохожу, девчонки, по ближайшим бусинкам, это по беконусу, по 2 бисеринкам. Выхожу. Сейчас у меня надо же, это что, только нитки стали путаться. Конечно, нитями этими вышивать очень неудобно, это у меня отсюда нитка, но за неимением лучшего в данный момент я не могу. Вот прям можно было отложить, сходить в магазин, но я вот решила сегодня. Все, девчонки, смотрите, опять я отхожу. Я зашла в серединку. Вот у меня центр арочки, вышка арочки, вот вышка арочки, вот вышка арочки. Как и говорила, я вышиваю вниз. Сюда мне надо поставить бусину.
Бусину я, скорее всего, поставлю вот такого плана голубую. И она у меня, в принципе, полностью войдет. Сейчас я померяю. Да, девчонки, и дальше я просто буду ставить вот эти бусины. Это бусины 4 миллиметра между центрами вот этих арочек. Девчонки, буду подтягивать. Вот я сейчас посмотрю. Нет, я буду делать. Я не буду больше сюда бисер добавлять. Вот, девчонки, посмотрите, как получается. И все это подтяну. То есть сейчас я буду вставлять в серединке вот этих арочек. Еще раз набираем бусинку. Ставлю иглу, вхожу в серединку арочки. Протягиваю. Сейчас можно сначала пройти, потом затянуть нити. Так, опять протягиваю. У меня тут нить сверху мешается. Это другой конец нити. Я их нити не убираю. Я потом вышиваю с другого конца. Нитью этой же опять продела. И последняя у меня. Последняя арочка. Вот. Так. Девчонки, теперь я это все хорошо подтяну. Так, и смотрю. Кстати, я вот могла, девчонки, тоже сейчас немножко отойду от вышивки. Фетр тоже покрасить вот этот голубым цветом. Сделать все однотонно, как я делала, допустим, да, вот эту работу. Как я делала платьишко на ангеле. Я не стала делать, потому что мне охота, чтобы шапочка была наоборот посветлее. Поэтому я не стала здесь такие вещи делать. И, девчонки, вот сейчас смотрю, посмотрите, я затянула. Вроде лежит все хорошо, но возможно было сюда добавить еще бисеринки, да? Этого я делать не буду. Я буду сейчас уже вот так вот, в принципе, завершать работу. Низ все, девчонки, я одела. И сейчас я опять, или мне сделать все-таки по бусинке, по бисеринке в этих краях. Нет, девчонки, я, наверное, сейчас это все распущу. Понимаете, вот так вот бывает. Вот не знаю, распустить, не распустить. Или нет. Нет, оно стягивается, в принципе, хорошо. Я не буду распускать, девчонки. Я просто сейчас еще раз дополнительно пройду. Еще раз подтяну. Потому что я не хочу сделать очень большую шапочку. В принципе, понимаю, что здесь надо уже это снизу как-то заканчивать. Еще, может быть, ряд, еще один ряд, и все. Вот, девчонки, сюда выхожу. Все хорошо подтягиваю. Да, я не буду делать точно. И я сделаю здесь узелок, чтобы... Так, шапочка перетянула. Смотрите, вот бывает, да, такое я перетянула, и она у меня... Скакивает вниз. Мне это не надо. Сейчас я так вот подтяну. Такой процесс сплетения. Надо было, конечно, может попроще что-то сделать. Ну вот. Хозяин барин. Я так захотела. Все, девчонки, я сейчас здесь сделаю узелок. Чтобы у меня эта нить не расходилась. Все. И теперь я сделаю внизу. Вот, посмотрите, как у меня получается. Видите? Все, вот. И у меня тут нитка. Господи, вся запуталась. Вот. Вот здесь эти... Вот это все неровности, девчонки, вот это все затянется, видно, они будут все, в принципе, будут хорошо смотреться. Теперь, девочки, я опять делаю арочки. Вот то же самое, только я делаю одну арочку. Вот сюда. Я набираю также 5 бисеринок, только я буду набирать сейчас 2 синих. На обратной буду делать 2 синих. Одну золотую. И опять 2 синих. Посмотрю, 5 или 3. И буду входить, девчонки, вот в эти синие. В середину арочек с предыдущего ряда. Вот. Я буду как бы обвивать арочками вот эти бусины, которые только что сейчас ставила. Вот эти 4 миллиметра. Сейчас опять одеваю. Значит, у меня 2 синих бисеринки. Золотая. 2 синих. Девочки, так... По ряду я иду опять в сиреневую бисеринку. То есть подтягиваю. Вот у меня получается, посмотрите, как арочки. Постараюсь сейчас увеличить. Не знаю, получится. Что тут?
Что-то у меня камера не фокусирует. Вот, видите? Я опять делаю арочки. Вот у меня, мы с вами делали первые арочки. И вот у меня тут еще одни арочки. Вот, сейчас сфокусировалась. И выхожу я тоже вот в эти арочки, вот в эти бусинки. Девчонки, я надеюсь, вы меня поняли. Так, раз, два золотая, две фиолетовых. Ой, девчонки, вот прямо честно говорю, потом научусь я все-таки говорить четко и снимать хорошо. К лету должна это научиться делать. Раз, два. Раз, раз, два. И опять я захожу в сиреневую бусинку, бисеринку, простите. Опять вокруг. Я вот говорю, здесь в принципе, девчонки, ничего сложного нет. Тут стоит только начать, и вы сразу поймете, как вам удобнее, сколько бисеринок поставить, какого размера бисер, то есть, простите, какого цвета. Это вот, ну, реально было бы только желание. Вот смотрите, я тоже здесь взяла короткую нитку. Это безобразие, этого делать нельзя. Ну вот, я радуюсь тем, что это у меня как бы уже предпоследний ряд. И, девчонки, я захожу опять в ту бисеринку, в которую вышла. Все. Посмотрите, сейчас покажу. Вот. Видите? Сейчас я опущу эти арочки. Вот эти арочки идут у меня наверх. Простите, руки уходят с кадра. И вот у меня нижние арочки. Вот. Все, девочки. В принципе, низ шапочки у меня готов. Мне единственное, что надо сейчас будет сделать, это стянуть вот эти бусинки. Вот этот нижний ряд полностью стяну. Тем самым закруглить ее. Как я это делаю? Я тоже опять вхожу вот в эту золотую бусинку, то есть бисеринку по ближайшему бисеру. Зашла. Все. В принципе, я могу вот так сразу стягивать, но я этого делать не буду. Я сюда поставлю бисер. Я, наверное, поставлю 2 золотых. Вот. Вот, да, девчонки, я буду... Как раз у меня под эти арочки попадет под желтые. То есть это будет смотреться, как я говорю, гармонично и комплектом. Вот, девчонки, 2 бисеринки набрала. В золотую вхожу. И сейчас вот так вот я по кругу. Лишь бы нитки хватило. 2 бисеринки набрала. В золотую вхожу. Так, все, девчонки, да, все правильно я сделала. И вот так вот буду подтягивать. И я так сделаю 6 раз, потому что у нас 6 бусинок изначально было крупных. И у нас 6 элементов, 6 повторов, 6 арочек, как я говорю. Золотую. 2 золотых. Нитка короткая. Безобразие просто полнейшее. 2. Золотую. И опять 2. Раз. 2. Все. Последняя. Еще надо мне попасть. Так. Все, девочки. Я здесь подтягиваю. Самое главное, нитку не порвать. Все, вот так вот у меня получился низ. Посмотрите. Вот. Ну, я считаю, это, в принципе, неплохо. Все, у меня здесь подтянуто. Вот те некрасивости у меня закрыты. Я здесь, девчонки, ничего не видно. Сейчас я положу на стол, чтобы удобнее было видно. Уберу все. И вот такая шапочка у меня, девчонки, получается. Это низ шапочки. Вот так, где у меня ниточка. Подтягиваю все. И сейчас будем делать верх шапочки. Вот, девчонки. Я считаю, получилось неплохо. Сейчас я закреплю все. Вот. Сейчас я буду тут придумывать велосипед и закреплять ниточку. Я придумаю велосипед. Я сейчас просто сделаю здесь вот обычный узелок. Как это мы всегда делаем, закрепляясь. По ниточкам пройдусь вверх. Не по ниточкам, простите. Под бисеринками. Вот я прошла вверх. У меня, в принципе, все хорошо закреплено. Еще раз, девчонки, я закреплю фетр. Сделаю фетры узелок. В принципе, так,
повазим туда, куда нужно. Вон. Еще раз. Всю фетру ухожу и отрезаю. Все. Так, ну вот низ я сделала. Мне девчонки устраивают. Сейчас я буду делать верх. Единственное, я думаю, что я здесь, девчонки, сейчас еще подрежу и укорочу. Сейчас я это укорочу. Здесь я за кадром одену новую нитку, потому что вот этой нити мне точно не хватит. И опять вернусь.